У меня появился след какой-то человека. А у меня какая-то рыба. Яркие краски, большая кисточка, немного воды, и на бумаге уже появляются образы. Эта техника у художников называется «рисовать по мокрому листу». Семен Брынин в изобразительном искусстве не новичок, но таким способом писать картину ему еще не приходилось. Фантазия получается. И так много рисунков, и можно так, если продолжать, то как так можно и художником стать. В школе эстетического воспитания занимаются дети в возрасте от 5 до 9 лет. Здесь ребята знакомятся не только с основами рисования, но и музыкального и театрального искусств. Это всего понемногу, но чтобы ребенок мог пребывать в состоянии творчества. То есть, чтобы он мог создать какую-то вещь там сам, да, или это было совместное действие на уроке танца или музыки. Уроки проходят в интерьерах музея «Модерна». Ребята знакомятся с историей особняка, биографией его хозяев. А вскоре у воспитанников появится возможность заглянуть в «Святая святых» и кукольного театра. Сейчас договорюсь с кукольным театром, чтобы сходить и посмотреть не спектакль, а цеха, где делают кукол, за кулисы попасть, посмотреть, как он работает. Отметок здесь не ставят, как и не выдают дипломов. Правда, в конце года будет экзамен. Поставят спектакль. Какое произведение ляжет в его основу, выберут сами ученики. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».